Как вы поняли, к нам привезли дрова, поэтому у нас там такой шум. У нас 12 час и 0 градусов на термометре. И смотрите, у нас был вчера снегопад. Все занесло снегом, укрыло. Муж еще не чистил дорожки, был занят, выезжал. Поэтому пока вот так не почищено, снимаю вам наш красивый сад в снегу. Кошки наши далеко не ходят, а под кустик и домой. А так, видите, следов нигде нет. Но они сейчас ломятся просто в дом. Дочка приучила забирать к себе в комнату. Так они теперь стоят, мяукают, хотят зайти. Ну что, а я пойду, наверное, наслежу. Потому что мне хочется снять всю эту красоту.
совсем, Лиз. Не хочется тебе идти, да, по снегу. Не хочется. Лапки. Лапки мокрые, да. Холодно лапкам.
Что, походила, натоптала, но получила массу удовольствия. Как хорошо, когда тихо, когда такая погода, снежок и жизнь кажется счастливой. Но, к сожалению, это все обманчиво. Ну, хотя бы на какой-то миг. Ну все, всем пока, удачи, хорошего настроения, пока нам позволяют радоваться жизни. До встречи.